Так, что мы имеем? У нас приобретен фотоаппарат Sony DSC HX300. Ведем тестовую запись. Погода нам благоприятствует, время тоже. Сейчас у нас где-то 15-10 по Киеву. Первое, с чего я начал, это уронил крышечку в снег от объектива непристегнутую. Так, где-то там у нас поселок Жуковского. Это дело в городе Харькове у нас происходит. Это у нас зум такой. Снимаю с рук. Никаких штативов. В паспорте написано экватор. Не в паспорте написано экватор, а в фотоаппарате написано, что снимать можно от 0 до 40 градусов. Сейчас у нас спорадический снег, где-то 0 градусов и есть экватор. Экватор уронил, Харьков на 50-й параллели. Так, в общем, в экстремальных, можно сказать, условиях снимаем. Посмотрим, что из этого выйдет на экране. Конечно, я вообще не спец в фотоаппаратах, то есть это взял, включил и смотрю, что получается. Буду разбираться еще в настройках. Пока я ему голову не сверну, или он мне. Настроек там целую ночь сегодня листал, читал, читал. Ну, в общем, 50-кратный зум, 50 крат оптика, только оптическое увеличение. Ужас. Ну, в общем, если город у вас плоский, то, конечно, с таким фотоаппаратом использовать его практически негде. Это хорошо там. Разве что с моста, с высотки, вон, 16-этажки. Мне они тоже могут пригодиться, когда жена узнает, сколько это все стоит, роскошество. Ну, в общем, будем посмотреть. Давай куда-то, давай сюда, посмотрим, что нам выдаст. Карла Цейсовская оптика. Это руки дрожат. Учитывая, что сегодня 4 января, это простительно. Ну, в общем, буду разбираться, буду что-то выкладывать, пробовать. Подождем освещения нормально, потому что, конечно, это не столько фотоаппарат, сколько какой-то медиателескоп. В общем-то, с этой целью я его и покупал. На Луну там пофотографировать.
с инопланетянами в контакт выйти. Вот, это уже по Киеву, наверное, половина четвертого, уже совсем все темное и мрачное. Все, на сегодня отбой.